Ну, продолжай. Ты так много знаешь? Тогда скажи, кто я? Thank you.
Как любопытно. Я просчиталась. Как и ты, страж. Ты не хотел никого подпускать к страннику и не дал мне его защитить. Но свидетель близко. Все теперь в ваших руках. Победа или поражение. Только не говори, что я тебя не предупреждала. Нет. Куда пропал ее призрак? Страж, мне только что сообщили. Странник вернулся в последний город. Дело сделано. Саватун. Она мертва. Но ее призрак скрылся. Хорошо. Удерживай позицию. Тайные люди придут, чтобы забрать останки. Отлично, страж. Ты поступил правильно. Что дальше? Мы подготовимся к бою со свидетелем и предотвратим новый коллапс. Системы умоляют спасти. Ты обещаешь им жизнь, но даешь только смерть, как и многим до них. Давай. Хватит смертей. Хватит жизни. У тебя больше не осталось фигур. Игра кончена. Не надо бояться. Ключ в твоем бледном сердце. Страж, тебе, несомненно, рассказывали истории, в которых зло побеждено, тучи рассеиваются и ярко светит солнце. Саватун мертва, но я не вижу причин для ликования. Иммару жив и планирует свое возвращение, а презренный Иулий борются за контроль над престолом. А где-то среди звезд свидетель играет с нами, готовясь завершить начатое давным-давно. Я стараюсь не забывать, что нам уже удавалось уберечься от гибели. Буду верить, что мы снова уцелеем. В это верит даже Мара Соф, королева пробудившихся. Потому-то она здесь и требует тебя к себе. Не хочется отправлять тебя к столь непредсказуемой особе, но сейчас нам очень важна ее поддержка. Ступай. Помоги королеве. Она может стать самой ценной союзницей в грядущей войне. Какими бы ни были ее намерения, в падении Саватун повинна лишь она сама. Жаль, мы не знали, какой натиск она сдерживала.
Нет, эти существа не считают себя богами. Они уверены, что они нечто гораздо большее. И все же, несмотря на всю их мощь, носители света и тьмы одержали победу и спасли человечество. Мы должны помнить, что это лишь малый успех, добытый с огромным трудом. Придут и другие, а их сила – ничто по сравнению с той, которой обладает свидетель, их создатель. Пора взглянуть в лицо неизбежности. Свидетели и его последователи идут сюда. Все до единого. И когда они явятся, мы завершим начатое.